Последние деньки, лето теплые, да? Уже середина августа. Скоро в школу. Кому-то, блин. Скоро детский садик, в школу, на работу. Кому куда, блин. Рутина. Рутина, блин. Тебе не обезьянок гонять в ваших этих, понимаешь, Зимбабвах. А, мне в детский садик. Ну нет, ладно, вру. Меня в школу, да. Мне в школу скоро. Меня оставляли на второй год 70 раз. Нет, вру я. 60 раз получается, да? Если мне 85, наверное, 60 раз. Нет. Сколько я забыл? Нет, больше 70. В каком классе тебя оставили? В каком классе пошел в школу? Да. Я думал, ми минор знакомый. Самая любимая тональность наша, да? Все чаще. АМчик. Демушка. Импровизируй. Ты с гитарой просто, да, сидишь? Импровизируешь под нас, джимуешь тоже. Сразу ловишь тональность. Давай триольки. Миха заказывает триольки. Да, давай. Когда устает, начинает творить какие-то эти. Начинает писать непонятным людям. Это жесть. Это было смешно. Да, очень смешно. Ты проверил? На самом деле, да, проверил. Мало того, я сказал, что я человек еще попросил одного помимо тебя. Он, короче, написал, и тот человек его забанил. Ой, опять я, короче, это заболтал. Забыл, что делал. Меня надо уже, знаешь, как старого дедушку, так за ручку это. Дедушка, ты подводить везде. Да. Туалет не здесь. Дедушка, ты что писаешь на грядку-то, блин? Туалет там. Ну давай в ля тогда. Ля-то какой? Ну, обычно ля минор идет. Мажор как-то не особо обычно. Ля минор обычно идет. Там у тебя есть, соответственно, ля минорная, дарийский. Дарийский лад, миксолидийский можно. Ну, можно, если обыгрывать каждый аккорд, там, конечно, долго. Там можно, если по каждому. Ну, в основном две гаммы, а можно вообще одну. Можно с проходящим. А крокодильский есть? Крокодильский лад? Обезьянецкий. Обезьянецкий есть. Обезьянецкий есть, а крокодильский я не договорил с ними, не дали. Ты права не дали. Называешь вот эти названия этих ладов, такое ощущение, как будто это блюда какие-то. Блюда. Это вообще пофигу. Поехали. Ты мне только посчитай тогда. Погнали. Че, прям с микрофонами будем? Ну, мы будем петь, если что. Давай. Разгоняй. Уже понеслась. Ooh.